Привет. Наверное, ты уже привык находиться в моей компании, да? Надеюсь, она тебе по душе. Добро пожаловать в основу день четвертый. Думаю, ты уже замечал, что порой бывает очень тяжело сконцентрироваться на дыхании, в своем теле, или попытаться просто наблюдать за потоком людей, не пытаясь догнать кого-либо. В твое сознание могут проникать мысли, которые тебя отвлекают. И неважно, будь то хорошие мысли или плохие, в любом случае они тебя отвлекают. Ты начинаешь думать о них, случайные образы начинают мелькать перед глазами, и все больше теряешь фокус на том, что действительно важно. Поверь мне, мой друг, это вполне нормально. Помни, любой навык требует практики. Наш разум словно мышцы, которые требуют ежедневной тренировки. Чем больше мы занимаемся этим, тем проще нам будет научиться фокусироваться и отпускать эти мысли. Помни, ты всего лишь наблюдатель. Ты отвлекся, отметил это и вернулся назад. Ну а сейчас, как обычно, переместись в тихое пространство и устраивайся поудобнее. Начнем как обычно. Открытые глаза, легкий фокус на пространстве, расслабленное тело. Ты один, наедине со своим разумом. Сделай пару глубоких вдохов, дыхая через нос и выдыхая через рот. Глубокий вдох, грудная клетка расширяется. Поток чистого воздуха проходит через твой организм. Выдох. Твое тело становится тяжелее, мышцы начинают расслабляться. И со следующим выдохом позволь своим глазам закрыться, прочувствуй тяжесть тела на поверхности. Плечи, руки, ноги полностью расслаблены. Дыши спокойно, обращая внимание на звуки. Помни, разум может отвлечься. Просто верни фокус обратно к своему дыханию. Дыши спокойно, через нос. Обрати внимание на то, как именно ты дышишь. Насколько глубоки твои вдохи. Насколько они длинны или короткие. И как только ты будешь готов, начни считать вдохи, как обычно, от 1 до 8. Если вдруг твой разум отвлечется, аккуратно верни фокус назад на дыхание и снова начинай считать. Я напомню. 1 – это вдох. 2 – это выдох. Каждый круг до 8. Отвлекся? Все в порядке. Главное, что ты это заметил. 1, 2, 3. Так до 8.
позволяя мыслям появляться примерно между вдохами. Это нормально. Просто отметь для себя то, что ты отвлекся. Верни свой фокус назад к дыханию. Ты всего лишь наблюдатель. Люди приходят и уходят. Точно так же, как твои мысли. Пока ты продолжаешь концентрироваться на том, что действительно важно. Давай используем это время для того, чтобы обратить внимание на то, как чувствует себя твое тело. Что-то новое по сравнению со вчерашним днем есть? Чувствуешь ли ты себя лучше? И начни плавно сканировать тело от макушки головы до самых мизинцев. Сверху вниз. Ну что, составил карту своего тела? Тебе нужна картина физических ощущений. Зная, что разум может странствовать, если ты это заметил, просто верни фокус обратно к телу. Обрати внимание, как сегодня чувствуют себя твои глаза, твоя спина, плечи, руки. Возможно, где-то есть небольшой дискомфорт. Это нормально. Если вдруг ты ничего не чувствуешь, аккуратно приложи руку к области живота и дыши спокойно. Сконцентрируйся на своем теле. Все в порядке, мой друг. Ты всего лишь сидишь в парке и наблюдаешь за состоянием своего тела, пока люди мчатся туда и обратно. И всего лишь на пару мгновений позволь своему разуму делать все, что он хочет. Любые мысли, эмоции, образы, дай ему полную свободу. И верни назад фокус к своему телу. Вернись к физическим ощущениям тела. Обрати внимание на звуки, запахи, пространство вокруг тебя. Ощути поток кармической энергии. Прочувствуй тяжесть своего тела, его соприкосновение с поверхностью, твои плечи, руки и ноги. Они полностью расслаблены. Как обычно, как только ты будешь готов, начни открывать глаза, но не вставай сразу. Поблагодари себя за заботу о своем разуме. Расслабься,
Обрати внимание на этот момент, на то, как ты себя чувствуешь. Есть ли какие-нибудь изменения в твоем сознании или теле? Вспомни про поток людей. Ты не пытаешься его остановить. Ты просто расслабленно отдыхаешь и наблюдаешь, как люди двигаются туда и обратно. Прямо как твои мысли. Ты не пытаешься остановить трафик, так же, как свои мысли. Если вдруг человек тебя потревожил, просто обрати на это внимание и тут же отпусти. Дай ему пройти мимо и верни фокус на что-то более важное для тебя. Уверен, что у тебя получилось. Увидимся в основах день 5.